Человек эпоха, человек легенда, человек с большой буквы. Так, друзья и коллеги, говорят о футболисте, тренере, руководителе областной федерации футбола и о спортивном журналисте Владимире Кейлине. После его трагической гибели в автокатастрофе в конце лета 2014 года в его честь проводятся детские соревнования по разным видам спорта. А этой осенью, 20 октября, впервые состоится вечер памяти «Человек, влюбленный в жизнь». Для кого-то он был Владимир Михайлович, для кого-то он был Володя. Ну, а в общем-то, к нему все обращались просто Михалыч. Потому что, на самом деле, как вы сказали, человек был очень разносторонний, честный, правильный во всех отношениях. Он делал очень многое, он жил так, как чувствовал. Фирменная улыбка Владимира Кейлина была настоящей. Как на работе, так и дома, вспоминает вдова Марина. Кейлин был достойным, любящим и любимым мужем и хорошим, добрым отцом. У него растут сын и дочь. Друзья Владимира Михайловича не устают поддерживать семью. Благодарна всем, кто помнит. Это очень важно для семьи. Ну и это очень тяжело. Владимир Кейлин больше 20 лет проработал на телевидении. Он был первым флагманом спортивной журналистики в Самаре и Самарской области. По его примеру, в профессию пошла молодежь. Владимир Михайлович – это самое узнаваемое, без преувеличения слов, лицо телевидения Самарского. Это один из символов, как минимум, СКАТа, а по мне так всего телевидения Самарского. Делиться своими воспоминаниями о Владимире Кейлине его друзья продолжат на вечере памяти в АДО. А самарские артисты украсят этот день концертной программой. Ведь кроме спортсменов, его любила и творческая интеллигенция. Вечер памяти – это скорее в каком-то смысле его творческий вечер. И поэтому будет это очень, на мой взгляд, и трогательное, и местами немножко ироничное. Но, в общем, вот все, что можно вобрать в понятие Владимир Михайлович Кейлин – в музыке, в стихах, в словах, воспоминаний тех официальных лиц, которые будут выходить на сцену и говорить о нем. Вот это все в целом и получится творческий вечер памяти Владимира Михайловича Кейлина, человека, влюбленного в жизнь. Поклонники творчества Владимира Кейлина, коллеги и друзья, могут прийти на вечер памяти в воскресенье 20 октября, начало в 16:00. Пригласительные билеты в кассе АДО. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.